Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Янковский. Я из Санкт-Петербурга, мне 28 лет. В одной композиции. Я думаю, что тут кое-что надо еще объяснить Уолтеру. Уолтер, эту песню, если я не ошибаюсь, написал кто-то из присутствующих, да? Игорь, я прав? Вы не знаете композитора? По-моему, это Игорь Матвиенко. Давайте ему поаплодируем. Автор слов и музыки. Ну, слушайте, это замечательный вокал, это артист, поет, мурашки у меня все были. Я с такими, как Джош Гробен, Андреа Бочелли, ну, Ил Диво, всякие вот такие группы и вокалистов. Мы в первый раз о них слышим, Уолтер. Можете их не перечислять. Я могу сказать, что этот человек поет гораздо лучше, чем все вот эти другие. Но, браво! Снизу до верху фальцетто, это для меня это прекрасный голос. Так что я говорю «да». Да, Уолтер Афанасьев говорит «да». А, Жанна, пожалуйста. Я не знаю, господа продюсеры, кого вы здесь сейчас ищете. Я так понимаю, что в первую очередь личность, человек, который должен обладать и актерством, и вокальным мастерством. Я считаю, что личность перед вами. Да, да. Вот он, этот человек, вот он. Юрий Михайлович. Я говорю «да». Да. Сергей. Да-да. Да. Спасибо большое. Игорь, и вновь я обращаюсь к вам. Может быть, именно этого парня не хватало в «Иванушках». Может, вокруг него создать... Может, это такое градообразующее предприятие. Вокруг него можно собрать новую группу. Я подумаю над вашим предложением. На самом деле, я беру хиты эстрады и рока и соединяю их с классикой. Собственно, мне кажется, в России это большая редкость, и этого нет у нас на сцене. Как действительно сказал Уолтер Афанасий, это уже есть за рубежом. Эль Диво, Бочелли, Сара Брайтман, Александр Сафина. В России ты тоже знаешь этих людей? Да. Поразительно. Константин? Ну, мне кажется, что прежде всего у вас есть чувство юмора и остроумие. Это хорошие черты. Мне кажется просто, что все-таки в вас больше академизма, нежели эстрады, скажем так. И причем во много раз больше. То есть, и мне кажется, что это скорее ближе и больше подходит для какого-то опереточного жанра. Вот. То есть это не совсем мое, не совсем наше, что называется. Вы не беретесь сделать из Дмитрия эстрадную звезду? Ну, к сожалению, мне кажется, вы эстрадные звезды, мне кажется, все-таки не годитесь. Напоминаю, окончательное решение, кого оставить в мастерских, продюсеры примут в пятом выпуске.
Из 180 участников отборочных кастингов они могут взять лишь 60.